общем, только что Карен с Леной зашли в этот Эллинг 23-22 из этой машины с красной 176, ну вы понимаете, да? В общем, что-то бутылки какие-то с водой там. Бутылки, в общем, с водой. Бутылки с водой. Сейчас. Вот это Карен с собакой. Вот Карен с собакой. Вот. Так что вот, а я в моем Эллинге. Петергоф. Неделеевская, дом 1, литера М, дом 9В, Эллинг 24. Татьяна Салмановна Мактум Сейфудин. Это я загружаю мое видео на мою страницу Фейсбука. Там вот эти. Ой, смотрите, там еще что-то там такое, еще дети. Давайте посмотрим. Здесь оно у меня загружается. 19 часов 28 минут, 23 июля 2018 года. Сейчас я вам пейзаж еще с моего окна покажу. Покажу пейзаж. Вот, короче, машину он туда поставил. Вот он. Вот так, вот такие вот дела. А так загружала вот это видео, которое сейчас у меня загружается. В общем, сбросилась. А так я жду доставку. Так я жду доставку моих продуктов, которые я заказала в интернет-магазине. Вот, так что жду Ирфана. Вот такие вот дела. Ой, сейчас у меня телефон. Телефон у меня на 4-м этаже. Только что я приняла душ, в моей душевой кабине приняла душ, вот, приняла душ, волосы мокрые, а так здесь, конечно, вот я как уже показывала, бумаги, в общем, разбираю я тут всякие мои бумаги, документы бумаги, ну, вы понимаете, да, чеки, справки, вот, обратите внимание, ну, да. Вот документы, в общем, разбираю. Вот огромное количество здесь документов. Так что вот всякие мои чеки, накладные. А это вот моя страница Фейсбука. И также мои распечатки, моя страница Фейсбука. Вот доставочные листы с Петровича. В общем, вы понимаете, да? Валики, а какое количество я вообще этих строительных материалов купила? Я вам покажу чеки. А так за моим телефоном я иду. С телефоном 4-й этаж. Вот. А, на 4-й этаж у меня здесь телефон. Где я все-таки его здесь положила? Вот. Посмотрим, звонил кто-нибудь, нет? Нет, 19 часов. В общем. 19 часов 31 минута. Вот. Такие вот дела. Сейчас свет здесь выключим. Вот. А, еще вот что я хотела. Я хотела там свечку зажечь. Хотела свечечку. Там у меня в ванной. В общем, свечечку. Ой, в общем, сейчас я вам. Вот такие там свечки красивые. Такие арома-арома. В общем, кондиционеры работают. Правда, тот кондиционер, который наверху, стал капать. Немножко он капает. Ведро я подставила. Ну, вы понимаете, да? Вот. А так вот. Сейчас зажгу свечечку, романтик. Вот, правда, здесь
у меня эта штука стоит. Ну ладно. В общем, что? Ой, прям в ванной комнате у меня будет. В общем, этот романтик. Прям это в ванной комнате. Этот романтик у меня. В общем, вот так.